Где ты? Это люди, которые трудятся, мы их не видим, но они с нами. Аня, ты где? Выйди к нам, выходи! Карину. Дальше хочется сказать огромное спасибо моему директору Александру Чепанову. Саша, спасибо тебе большое, потому что этот человек, я как-то его назвал директором, и он обиделся и сказал, что Лёв, я друг. Вот. Саша, спасибо тебе большое. Дальше больше. И, конечно же, я хочу сказать слова. Человека с нами нет. Наталье Бородкиной. Это мой первый продюсер, но она всегда с нами, и я очень надеюсь, что она смотрит и видит, что у нас происходит. Я очень надеюсь, что мы все делаем так правильно. Спасибо большое, друзья!